Барикатсали, эркектердің барикатсали болсын. Или операция, или надо, стадия надо узнать. Какого стадия? Барикатсел. Надо пиявками как-то. Если можно. Ну, надо попробовать вообще-то. Ассаламу алейкум хамагяхшм. Здравствуйте, здравствуйте, братья и сестры. Дорогие мои. Дорогие мои. Все нормально? А вы не спите, да? Уже 2 часа, и елки-палки, и сот, и кибуэлли. Ассаламу алейкум, ассалам. Идти за кюсодом ухлами апта. Как можно с вами встретить? Я в Кыргызстане, в Бишкеке сейчас. В данный момент. А я так сыхты емдлю буляма, буляда. Здравствуйте, здравствуйте. Ассаламу алейкум. Почему не спите, братья и сестры? Ну я в данный момент, смотрите, глаза уже красные у меня. Ёлки-палки. Да, да. Да, после еду. Ну я, ну, книги читаю, во. А вы что делаете? Здравствуйте. Болама скалёз, касали его, намаса скалилоз. Качон кайтас. Кайтама худо хохласа, турку бешку. Скалилоз. Боля из ничьёшь. Скалилоз. Кастаправ керекин зулюк койш. Янеки хджома усуллар бланам койш мамкул. Янеки банке койш блан скалилоз туорласа боля. Яна операция кылдыру отырмайн. Чуниз ма? Добрый ночь, добрый ночь. Вас ждали. Такасу диган огруга дава борма. Такасу, такасу, такасу. Давайте я. Такасу. Такасу? Такаясу. Может, такаясу, эй? А? Почему? Что почему? Саром, скажи, постоянно остеохондроз, что прям более острые. Корни подсолнуха очень помогает. Вы пьете корни подсолнуха, отвар корного подсолнуха, и лечебную повязку делаете от листья хрена. Листья хрена в горячую воду засуньте и... Лечебный палец. Или капуста с медом. Листья капусты с медом. Давайте, вниз я пошел. Так. От язвенной колиты что помогает? От язвенной колиты клубни сыти. При язвенной колите еще, смотрите, клубни сыти. У нас был результат от колита за 3 месяца. Торпеда и боли голов. И в торпеду добавляли мумию. За 3 месяца был результат у нас. Язвенка, да, серьезный. Скалироз, я уже сказал, да? Окшедеге, ак, шедеге, шпорда, акше. Что это акше? Окшедеге. Доброй ночи, когда в Тарасе будет? Мы ждем в Тарас. Тарас где, где это? Это в Казахстане, да? Ну, Казахстан, Казахстан же. Казахстан. Не, я, в Таразе у нас ну, филиал есть, но там приема нет. Мы будем принимать в Сайраме и в Чимкенте, в Алмате, там будем. Реактивный артрит, 20 лет, дочка, реактивный артрит. Если 20 лет, если нет, полипы, кисты, аргон с дрожжевыми червями. Это сделайте. А снаружи настойка дрожжевых червей. Настойка. Хорошо? Сын писает ночью, 10 лет. Зверовой и золотой тысячник попробуете? Я уже говорил об этом, на эту тему. Головной псориаз. Как лечить? Головной псориаз. Можно лечить, знаете, надо очистить печень, кишечники. Изнутри, изнутри надо, 10 лет сказали, да? И, изнутри надо давать... торпеду с мумией и смазывать голову. Если это тоже не поможет, если не поможет, есть яичное масло есть. Вы поищите в интернете, как приготовить яичное масло. Но по-любому изнутри надо очистку делать. Чистку печени делать и все. И еще есть
Ну, мы привезли издалека, из Индии привезли от псориаза, от витилиго, от несколько болезней, от кожных заболеваний тоже приняли. Немножко дороговато, но эффективно, я так думаю. Понятно? И еще есть прополисное масло. Поняли? Я это тоже говорил. Прополисное масло, несоленое, но сливочное масло есть, домашнее, топленое сливочное масло. На это добавляем, на литр добавляем 200 грамм прополис, ну измельчить прополис. И в водяной бане надо погреть, нагреть это сливочное масло, топленое масло, и добавить 200 грамм измельченный через стерку прополис и перемешать полчаса. И это надо и пить, и смазывать. Я об этом уже говорил. Бир бошим огриди. 10 йил огрсам уни билсан ассалому алейкум салом. Файз яхшимисиз, сог-саломатмисиз? Бош огригини жудда кўп сабаблар бу. Сабабини ўрганиш керак. Балким ичингиз қотяптими? Во мовий денгиз 10-01. Ичингиз қотяптими? Шуни айтинг-да. Паркинсон можно лечить? Да, по воле Аллаха можно. Мы принесли в Кыргызстан лечение Паркинсона, рассеянного склероза, эпилепсии, многое чего перевезли. Мы с Замир Байке, мы сидим сейчас, уже 2 часа обсуждаем. И я утверждаю вам, в Кыргызстане Замир, если он тигр, и в Кыргызстане я тигренок. Он лучше меня делает, я вам конкретно, лучше меня делает диагнозы. Ладно, мы будем доставлять вам лекарства, но по диагнозу он любого профессора сломает. Вы поняли? Вы поверьте на слово. Я еще видео сделаю на эту тему. Потому что вы, братья кыргызстанцы, вы не оцениваете Замира. О! Где можно купить? Везде есть. Так, салам алейкум, брат, можно остановить химиотерапию и пить ваше лекарство? Рак 4-я стадия. Конечно, можно. Химиотерапия не поможет вам, брат. Он не лечит, он калечит. Поняли? У нас есть отзывы и результаты от 4-я стадия с Айрами как раз есть. Я когда в Сайрам поеду, интервью даст. А 4-й стадии на 2-й стадии спустилась онкология. Ошкозон Яраска. Подорожник, картофельный сок. Зюр. Головные зоны. Головные боли от желудка бывает, от запоров бывает, много чего. От остеохондроза бывает. От гепатита, торпеда самые лучшие. Влакокрасочное производство. Что нужно пить для токсичной химии? Токсичной химии? Это что, очистить, что ли? Да. Очистить химии. Морковный сок и кефир надо. Как можно очистить печень? Печень можно очистить. Самое в первую очередь это тыквенный сок. Во второй это морковный сок. Если платный нужно, торпеда. Так, ассаламу алейкум. Мен дадам... Dadam uchun torpeda zakaz qilgan edim. Rahmat. Oldin yuraklarda stent qo'ydirgan edik. Hozir yo'q bosgan dedi doktorlar. Torpedani qanday ichish kerak aytib o'ting. Kimni olgan bo'lsangiz o'sha aytadi, birodar. Men bu yerga aytib o'tirishim shart emas. Мой муж пил ваш торпед, ему намного лучше. Слава Аллаху, мы только причина, сестра. Кому-то не помогает торпеда. Кому-то, честно, не помогает. А кому-то помогает. Ну, вообще-то 90%
ну, не скажу, что 100%, 90-95% людям помогает, а другим не помогает. Во время говорит, сок красной свеклы. Юздаги витилигога дору олып келдек, худо хохласа ишлата бошлаймыз. Как лечить тригодика лишай на голове и крапивница иногда выходит? Очистите кишечники от паразитов, все будет хорошо. Так, я вниз пошел, очень много комментариев. Так. Акаджон, говори шайлик, он нам до яхты киста бор, мана бошим до орка миям до киста бор, бор илтамоз алакай чкайлик. Умарале, курьяпскому прямой эфир клюет рама. Ханда сиз блин говори шайма, хайроман. Филиаллар, шунча ви ана кой яп мана, баттасан махкам ушлайн, ушанга айтинг, манга шунда шунда дорлардан керек дейн, улар манга чкшаде, ма уларги йетказ бераман. Брата, бласма, игромасака за него, ты смеешь, тогда мне его спрашивай. Но вахт ажиротол мимо Харбарки, чтобы он говорил, что молодая, опухоль груди, и вышла на опухоль болячки, и она уже 8 сантиметров, и оттуда выходит гной, биопсию не сделала. Медине, ох, что вы делаете? Молодая мама. О, откуда вы? Медине. Уже если гной, елки-палки, что вы делаете? Ну ладно, что вы, ладно, чтобы вы биопсию не делали, но надо что-то предпринимать же, Мединей. А что вы, о чем вы думаете, елки-палки? Это же вы кровь, анализ сдали? Я не только на ягодную сутки, а на сабзану хочу пойнать обечень. Йоки, а на дамламасана. Арпа будем дамламасана. Йоки швидта урона дамламасана. Рематоидный артрит. Аргон плюс дождевые черви. Причина бусез этой мангеем сызге канакала боглансам болады. Йордан берин. Ман билан боглан олмайз. Малахат зибунусо. Чудес мы? Кое что не гаплярда, причина бусаяс. От грыжи. Это пупочная грыжа, мошоночная грыжа или позвоночная грыжа. Это тоже скажите же. Я уже много видео делал по грыже. Думбада орла, абцесс бусагар, подорожник, будто халпой кординизма. Подорожник, зори, единый тортадок абцесса. Йоки, пьезда борка, духовка, как пширинда, урта Стамбуле, уша пьезда. Лечебная повязка, халбос корин. Да, гидронефроз. Кенеров касал. Дорларыңызды ішіп көршіңіз керек. Үш аротада бір нәрсе дейолмейсіз гидронефрозға. Остеоликоз у нас уже есть на... Не скажу здесь, но есть результат уже. В Ташкенте у нас есть анализы, которые... Острый мелобластный ликоз. Острый. Она вылечилась, эта девушка. Есть результат. Рак желудка. По воле Аллаха все лечится. Алия Сыдыкова. Чудесно. Шпор дайтинг. Батарицел бор шпораге. Шпораге. Янеки деньги с тузуны. Аптека дам осайзам бурят. Деньги с тузуны. Асалге тень ватинг арлаштырап. Лечебную повестку класс того не изге. Харкуни кечкорун. Сроч Хакимов. Худо хохласа бор. Фиброаденома бор. Операция диапта. Торпеда была болеголовта и чин. Фиброаденомаге. Кукрагдаге. Фиброзно-кистозный мастопатия геамашу зюрь ордам бьяда. Торпеда была болеголов настойка. Сочно канды устерсам бурада.
Она сартошхонага бормай, высадуется. Маточные трубы в спайке. Отвар лука попейте. Отвар лука. Очень многие забеременели. Даже я комментарий прочитал, что 11 лет не было детей, а пропила 2 месяца отвар лука. Забеременела. По воле Аллаха. Лейкемияге этворинный цебуляла. Юльдуз мегеп. Топола с майцам. Айтин. Кызык я просто не мейцам буляды. Сабзан сокон ичин. Макулмы сызгэ шугэп. Қызық әпірасы, неме етсе бөлі аны? Дор оп кегеніз дедім көм? Маруф жоғын қалай зөрінсіз. Эх, одамлар. Ха, аргонды мазы өзем сатылады. Так, әке нормальны әпірін, одамсызда өмей қылып сөр әпті, чыролы әпірін. Хоп бөлі аны. Мені бұры ұзыр. Мен сізге нормальны кәпірдің. Кетті, блокировать бөлді. Я маңгі ұндай кәпіланы қымайлай, әлтімас, бұрадарлар. Мы сот 2 бөлі әпті, мы ұқыламастан эфир қылып өтіріп мән. Мән нормал. 5000 пүл беріп қойған жой ең еш кімді мәне. Еш кімді мұттахамлік жой мәм ең. Нормалны кәпірін. Көтіге бір дейі блокера өтіп тәшадым. Панически атака. Қане қарын, Хафиза бұтта... Хадис, яны ки Тиббиюн Набавия, Набавия да. А, инде язылган. Ана оны борку. Хозыр айтаман. Ячмень. На узбекском языке ячмень. Арпаны. Арпаны яхшылап кайнатын. Чүнезбе? Арпаны унуны кайнатын. Арпаны туграп туруп, майдалап туруп. Ушаны кайнатын. Бұтқа қылып ұшаны, ішіге асал, пасал, құрмолардан тайлап, сал шырырық қылып ұшаны еңді әбір. Хафиза, түшіндіз мі? Ұшаны еп көріңді. Оғыздан қыт келіші, ман айтты ма? Себі мед? Ана-она, қораседана. Қораседанан фальшификасы ем чыққан, қарайын. Қораседананы ем фальшифика чыққан. Трибистронды ең фальшифика шыққан. Трибистронды фальшификасыны ғап тұғыр кеген айтып қойай. Маңындай капсула бөлі. Еш қандай. Хозыр базылары оқ. Ичіге оқ. Ана оны балықды мойны ем тұқып келі апты. Балықды мойны. Кен оқ қандайдыр бір насала. Хозыр көрсіздер ма? Хайрон қорасылар бор көм. Маңында қырай. Маңында қырай. Mana, tiba mi tu islamda? Patiok kedor, orang tu berisik kelik okit siat pas. Angkur lari? Patiok kasih macam apa? Mungkin mana anda ok? Mana, oh mana anda boleh bernasib macam cikap? Ici dah. Mungkin, okam boleh cikap tu. Patiok kasih. Ismatrici mana mungkin? İçini kesip gördüm bir çağda bu ok yazılır. Ya adamlar insof yok ya insof. Onda o pastaki okşa gelmem sen ne mali bilmiyim. Tribistronu çık yaptım ona şunarsa. Ona paddil kastan. Bir çağda bu ok yazılır için. Koy yapsalar. Zoom'da o pastaki okşa gelmem sen ne mali bilmiyim. İnsofsuzlar. Kara çınaka. Kara sedana çay ne? Оғыздан ямат чықсы. Бехтерове касау бор мы? Бор. Бехтеровеге дау бор. Бізді дорысыны беріп көрдік. Тошкентта, қабыл бұғанда. Дорысыны беріп көрдік. Войордан берді. Мана білі қотып қоғаныды. Умман, орқасы теп текіз. Терісі ям анау бұмайды. Бор көп. Орқаны мана терісі қотып қоған. Өшет ойолын тікке бөл. Өзі бір ойгіне ішті. Бір ойгі тікке бөл. Просто курсли чейні бір олты ойгі чі бөліш керек. Болезнь Бехтерова. Пигментация на лице это от печени.
пигментация. Тарпияда ичинглар. Mana shunday yordam beradi. Qiz baladay bo'lib qolasizlar, aytib qo'y. Ana ularning tarpiyada ichgan ayollar, ana qaranglar, tarpiyada ichgan ayollar ajini qolmaydi, betida dog'i qolmaydi, ugri-pugri hech narsa qolmaydi. Voh, arriqlaydi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, birodarlar. Ko'pchilikka yordami tegyapti. Yordam tegadi, suk etganlar ham bo'lyapti hozir bo'yagiday qilib. Soch tushganiga nima qilsa, soch o'zi ichkaridan tozalash kerak hamma narsani. Surinkali. To'kilgan soch o'sadi, g'am yemang. Hech o'ylamang. Soch chiqadi. Qarangda, ZPR-ga to'g'ri ayting. Sizlar savoldan to'g'ri yozilyapsizlar-da. Uy sharoitida bo'lgan narsani hammasini aytaman. ZPR-gami? ZPR-ga aqldan orqada qolish-ku. Odamlar. Чёрный тмин при слабоумии. Вот курс там. Чёрный тмин, я не корасидана. Ана он гейм тор келяпты, да? Альцгеймер. Қарайлар. Хозир кўрсатаман сизларга. Масло тмина. Ман бекордан бекорга мана уни айтмайапман сизларга, барака топ кўрлар. Қаранг. Бекордан бекорга тибометр айтмадим, қаранг энди. И болезнь предугрыза, особенно нервной системы, шизофрения, аутизм, болезнь Альцгеймера, слабоумие, депрессия. Кўряпсизларми? Масло чёрного тмина она. Так, состав или польза. Оз курстам. Карань. Кордлялизмы. Продукт является профилактическим средством для многих тяжелых заболеваний, таких как астма, сахарный диабет и болезнь предугрызающих заболеваний, особенно нервной системы, слабоумие, депрессия, болезнь Паркинсона. О, масло из тмина назначает больным туберкулезом. Продукт бодрит витамины. Курепсилармы? Слякурдларизмы? Эй! Аутизм, ЗПР, Альцгеймер, слабоумие, депрессия, болезнь Паркинсона. Мам бекордан бекорга айтмадым муну? Түшүндүңүзбү? Мана уни ҳам тозасини олиб ичинглар, мен айтган телефондан. Трибистрон қандай таъсир қилади? У қандай савол, қандай таъсир қилади? Мени? Кунига 3 марта чумиласиз, тамом? Таъсири шу. Ўша кўп чумилиб, шамонлаб қолмасангиз. Седана йоғини ростдан фойдаси бор. Албатта фойдаси бор. Иби ҳадисда деган бу. Энди базада буни арзонлаштириш учун ичига қора ана уни кунжут йоғидан қўшади, кейин желатин ҳам қўшиб юборади. Тушундингизми? Эрозия матки как лечит? Скажите, облепиховое масло тампон делаете? Инсульт өтірген одамға нима тавсия қам? Чуалчан билан торпеданы берин. Чётки билан. Түшүндүңүзбү? Мана оң қолыма айткандай. Альфия,
Бласмы, бізде қозы Қырғызстоным. Агар Қырғызстонды бөсе, ертай келін. Агар дорымыз бөсе, оп кетас, бөмесе, заказ қылас. Оп келамыз. Чүндіз мі? Хоп тен. Красная волченка, қандай дор бор. Балиголов настойка, чистотел бор. Қонын тозалаш керек, артам олам. Агар кесаңыз, ұндынам күшілі дорылар бор, лекін сал қымат роқ. Чуниз ма? При эрозии, что... Я же сказал. Панкреатит. Прополис чайный вень. При панкреатите, давайте так еще. Харанье. Она он противовоспалитель нарса керек. Да сразу я противовоспалительный. Нама нарса уйшарот это. Давайте мы дагнила. Она ва. Шивет борку, шивет. Яны ки укроп. Укропты урыгыны дамла бичигля. Яны ки бір ош-кошығын 200 грамм дамлайын. Чүндіз мі? Петропавловск. Петропавловск. Плохо, что не на русском. Почему не на русском? Я же очень много, даже много, чем узбекский я говорил. Шивет урога. При панкреатите семена укропа заварите как чай. Одна столовая ложка на 200 грамм кипятка. Пейте на целый день. Это, каждый день пейте, как лечить цирроз. Подскажите, пожалуйста, очень важно. Торпеду попейте, Федя. Этот цирроз уже для нас не очень важно, честно говоря. Я же уже у нас столько результатов от цирроза печени. Мы не обращаем внимания, честно говоря. Поняли? Не обращаем. Это цирроз печень. Попей это. Мы так, типа, если в аптеку пойдете же, у меня горло болит. Попейте, какие-то таблетки дают. Мы для цирроза печени так даем. Да, Замин? Для цирроза печени так даем, да? Как? Вот это попейте. Торпеда. А цирроза? Да, торпеда. Да, отлично. Сейчас это не модно, цирроз печени не помогает. Цирроз печени это сейчас не модно. Легче лечится. Уже там чилин-пильё, некоторые там уже Индии отправили обратно. Они лечились уже. Конечно. Бытта маколга анак жауап берин. Макол изда айтин каны? Макал. Макол. Торпеда, он же ядовитый в Гугле. Эй. Где Гугл? Какой Гугл? Торпеда, я сам назвал это сбор трав же. Как называется? Голову не морочьте. Торпеда ядовитый. Кто вам сказал, что торпеда ядовитый? Это сбор трав. Что с вашими глазами? Я обкуренный. Вам это нужно? 2 часа ночи, елки-палки. Что с вами глазами? Я обкуренный. Вам это надо? Джидди кесарлик. Усмтека давоборма. Дичте джидди кесарлик. Операция дичте. Давоборма. Операция. Хамма кесар джидди кесар. Давобор дит яманку. Наша чикдизма. Хайдар. Йо, хайдар гана дигана дан чектам. Хайдар гана. Черный твин у вас сколько стоит? Не у меня, а филиалов у меня нет. Я сам употребляю. Я сам употребляю это. О, открыто это, открыто. И трибестрон принимаю. Для профилактики. И знаю, как действует, честно говоря.
Я с первого все на себе, на себе испытываю. Вы только можете хвастаться. Какой год пишем, не отвечайте. Захидов Фирус. Впервые, впервые я никогда не схвастаюсь. Понятно? Так, я сейчас вас заблокирую сейчас. Сейчас, минутку. Где вы? Захидов Фирус. Я вас заблокирую, потому что вы неуважительно относились ко мне. Захидов Фирус, вы заблокированы. Смотрите. О, ушли. Не надо мне такие слова говорить. Щитовидная железа киста, молочная железа киста, когда лечится? Когда лечится? Щитовидная железа, если киста, это лапчатка белая, очень хорошо помогает. Да хоть обыкновенная чистотел, настойка чистотела помогает и для молочной железы киста, и щитовидной железы киста. Смотрите, я сейчас вам покажу вам. Настойка чистотела. Лечение щитовидной кисты. Сейчас я найду. Узловой зоб, да? Вы это узловой кистозный зоб. А. Эй, вы. Где вы, эй? Кистощиты – это узловой зоб, вы это хотели сказать, да? Где вы? Bula terpede içseyiz. Bula da uttagi toşçun. Kista. Lazat, это вы задавали? Ve hamma cevap soru yaptı. Masırla gitti anamla. Avtomat imaz. Mangu tapır tıpır diye bir. Cevap verin deyip iltimos. Yozmayla onu da akılıp. Во, узловой кистозный зоб. Иварикос, это вы, да? Узловой кистозный зоб. Лапчатка белая. От варикоза я уже видео делал. От варикоза. От варикоза настойка конского каштана. Снаружи можно растеринде. Или яблочным уксусом. Одам мас экиансызу. Севдана. Хайрлы тун. Маза қылып оқылайын. Кетті. Гипотериоз. Лапчатка белая, я уже сказал. Гипотериоз. Гипертериоз. А гипотериоз – это нехватка йода. Гипертериоз – это избыток йода щитовидной железы. А безответная любовь можно лечить или чем лечить? Нет, надо безответно, надо пойти и в лицо сказать: «Я люблю тебя!» Так скажите, и все. Можно посоветовать от грыжи что-нибудь? Можно. Остеохондроз. Семечкан Эльзин Хайнатовичин. Юқорида айтып өттім. Көзіңіз нима қызарған тоқа? Өзіңіз ойлап топыңызшы, нима үшін қызарған көзім? Өзіңіз бір ойлап топыңызшы? Қайсы жауапты берішім керек сізге? Хамайле, ұйқыларыңыз кеп қойғандыр. Саламат болейлер. Полиартрит кедаво бор.
Чой ургансы. Йох, чой урганым йох. Эй, джиннелар. Агар чой ичканымды сал, тілім бошқача болярды, чекканымды бошымайланардым, бошқача гапырардым. Эй, соат 2:25 болды, джиннелар. Кузымны не қызармасын. Хозу душка кіріп чықтым, ысыққына суға. Они говорят, что ты чай попил, ну чай, или обкуренный. Так он говорит, это они говорят. Тавагал. Алкаш. Алиджан Таирова, алкаш имазман. Очень низкий айрон. Что он говорит, айрон? Низкий айрон? Или он... По-другому сказать, брат, что надо делать, когда очень низкий айрон? Айрон, у вас потенция, что ли, низкая или... Да, да, айрон. А, айрон. Может быть, может быть у вас... Сперма. Да, да, сперматозоиды низкие, да, да? Вы это имели в виду? А? Есть. Где моя сумка? Принесите, я сейчас покажу нечто. Салам из Дагестана. Валикум ассалам. Туркияда 23-ге учуп кетиямман. 23-да. Келеткан, 4 күн 5 күндан кейін. Зайбал. Ну хорошо, если заебал, идите, Маматов. Отдыхайте. Хорошо? Заблокировал. Айрон, железо оказывается же. Эй, айрон. Почему айрон железо? Почему айрон железо? Как надо это? А, салам, что надо пить, если очень низкий железо? А, надо это так сказать. Возьмете яблоко и гвозди, новые гвозди возьмете и прокипятите. Айрон, катак. А, айрон, да, лечит простатит. Айрон, если гвозди возьмите, прокипятите, а потом на солнце. Ржавчина будет потом. Хорошо? И это гвоздь на яблоко втыкаете несколько штук. И утром, вечером так делаете, а утром это яблоко ешьте. Это много, так сделайте яблок и ешьте. И обыкновенное железо возьмите и прогрейте, прокалите, как так красный сделайте на газ или на как называется вообще-то? Надо раскалить. Красный сделайте, и где вода встанет, и в воде погасите это железо. И это железная кузнецкая вода будет это. Понятно? Это надо допить. Это моя правая рука. Крапива тоже. Да, крапива тоже. При железном дефиците крапива очень хорошо помогает. И еще помогает айва. Обыкновенно. Бихе борко, бихе айва. Это тоже очень помогает. Но настойка айвы. Понятно? Ханака калып өлдіршады. Неманы? От тромбов что пить? Чеснок пейте. Чесночная вода пейте. Так много вопросов. Все, заканчиваем эфир. Отдыхаем. Будьте здоровы, отдыхайте. Утром прием. Утром у нас прием, уже 3 часа почти. Если, когда я уйду, вот, к Замиру приходите, он вас диагностирует и даст, даст лекарства. Бетские, да. Пилюли. Да, все есть. На онкологии, да? Mm.
БПТ. Салхан Белиля. Широбакова 50. Да как хотите, хотите. Но кто сейчас придет, не, они не могут же зайти, потому что по 100 да. человек. Каждый день по 100 человек. Уже 700 человеков на приеме уже записан. 20, сейчас скажу. Да, уже нет очереди. 26-го уже записываются люди. 26-го число уже записывается. Завтра 27-го записывается. Но здесь неделя будет, да? Нет, какой неделя? Я 23-го из Стамбула улетаю. А, 23-го. Yeah. Я хочу больше, больше было в Кыргызстане. Не-не. Так, не, нам на, мне надо из Кыргызстана жениться, потом, по-моему, много-много будет. Приходите. Вот, вакансия есть, да, на этом этаже? Вакансия есть. Ой, шутите вы. И мне надо одну квартиру купить в Бишкеке. Очень красивые квартиры, оказывается. Мне очень понравилось, честно говоря. Новостройка очень красивая вот здесь. Очередь МСП. Мне запись делается. Гуля Астанаколова, Томокшар. Мы о вас говорили, Телтаева, сегодня. Мы знаем вас. Вы каждый раз очень много комментариев пишете. Мы узнали вас. И Замир, и я знаю вас. Вы приезжайте. Да, вас. Приезжайте, а мы узнаем вас. При аутизме, ну, нечто привезли, надо попробовать. Я не говорю, что аутизм 100% вылечится. Ну, делайте причину. Хорошо? Детская эпилепсия, конечно, можно вылечить. Конечно. В книге Ибн Сина «Канон врачебной науки» второго тома написано так. При опущении матки. Представьте себе. Представьте себе. При опущении матки кал быка. Бык есть, муж коровы. Муж коровы. Кал быка, сушеного кала. Навоз, навоз, навоз. Навоз быка надо окуривать. Окуривать как? Надо, чтобы дым поднялся от этого, а вы будете сидеть на этом. Ну, представьте, вы здесь поставили... Черный майя, да, на русском языке. Уголь. Уголь поставили, так горячо будет. А это, представьте, это навоз быка. Вы поставили, потом дымит, да, это дымит. А вы на это немножко... Надо сидеть. Надо снимать штаны и сесть. Обкуривать матку. Поняли? Как парит пар, да? Как ухла сене. Джо Хамалик. Оглам, бор, уйнап кеген, чоп. Интересно, где это? Ухла сене. Сана акань мам, укань мам, ебе. Юзган из курмяпта. Так, при пиелонефрите очень помогает листья березы. Хорошо? Иди нахуй, Бердан, Джоха Джон. Топа Тор. Джоха Джон, ушагяб. Коркулдай, уяса. Коркулдай, что это такое? Куркулдай. 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 Да, это куркулдай, это птица, да? Да. Ну, может быть того, да, да, может быть поможет, да. Блин, 100 раз задал вопрос. Я сейчас блокирую вас. Один МФ-17. Хорошо? Ну, это бывает куркулдай. Понятно. Ну, может быть, да. Потому что при опущении матки, я прочитал, это написано было. Эй, инсон, наход корми апсы. Сыздан ташкар сакизуют тузбешто одан бор, эй. Хулас. Хурмат кымайсызлармы?
Эфир Якуллянда. Джон Ларинг, сау болсын.